спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Суббота в Самарском регионе малооблачно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 30, ночью 22 градуса тепла. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. В Сызрани в дневное время облачно с прояснениями. Плюс 28, плюс 30. К вечеру небольшой дождь. Ночью 20 градусов тепла. В Тольятти днем плюс 30, малооблачно. К вечеру возможен небольшой дождь. Ночью плюс 21, южный ветер 1-3 метра в секунду. В Самаре днем облачно, плюс 28-30. К вечеру возможен небольшой дождь. Ночью 20 градусов тепла. Пасмурно. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 52%. Температура воды в Волге плюс 20 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.